Вот хочу показать, какое сделали кресло. Заказывал я в арт-пуфе. То есть все мягенько, как видите. Все красиво. По бокам оплетено ротангом. Все сделано из металла. Спинка задняя тоже оплетена ротангом. Вот. Все остальное сделано из металла. Добротно, все качественно. Кстати, заказывал это кресло-качалку я по своему индивидуальному, скажем так, рисунку. То есть просто прислал по вайберу эскиз. Вот. А ребята в артпуфе уже все сделали сами.